Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны, дай Бог, чтобы вы были живы, здоровы. И те, кто сегодня еще с нами, хочу вас поздравить с наступающим великим праздником Днем Победы. Святой день. Каждый год мы с вами встречаемся. К сожалению, вас становится все меньше и меньше. Но не знаю, что еще нам всем нужно сделать, чтобы вы как можно дольше были все с нами. Потому что вы – это великая победа в Великой Отечественной войне. И мы, все ваши потомки, можем только этим гордиться, можем это помнить, можем это уважать. Дай вам здоровья, всего-всего-всего, чтобы вас как можно дольше радовали жизнь, солнце, окружающее. С праздником, Днем Победы!